Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала. У нас очередная партия посылочек с сайта AliExpress. У нас сегодня тут три посылочки. Забрал их сегодня. Сейчас вместе с вами их откроем, посмотрим, что там приходило. А приходило мне всякие мелочевки, всякие интересные штучки. Так, и начнем с этой посылочки. Привет. Здесь у нас такие вот инструменты. Здесь вот такие вот у нас, как говорится, мини-ручки. Здесь спички. Тут у нас должно быть 10 штук. Так, тут у нас их 10 штучек должно быть. Сейчас давайте посчитаем, проверим. Стоимость ее в гривнях 40 гривен. По-моему, сейчас там чуть больше долларов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть китайцы на подарочек не положили одну лишнюю, как бывало раньше. Приходит все точно. Так, ручки у нас пишут синеньким. Я думаю, смысла их проверять нету всех. Так, внутри у нас пасты, вот такие вот пасты, то есть приходили мне такие ручки, не были сменные, эти уже сменные, можно менять внутри пасты, и то есть, пишут синим, приходили мне такие же, пишут черным, стали черным, эти пишут синим, видите, как видите, все они пишут они отлично, без всяких, как говорится, претензий. Так что рекомендовать будет, ссылочка будет в описании. Переходите, заказывайте. Так, отложим этот. Следующая наша посылочка. Это вот такая вот. Очень что-то легенькое. Давайте откроем. Что у нас это такого, да? Все, я знаю, что здесь. И такая вот. Не кофточка, а вот такая вот штукенция для глажки. Вот она такая вот. Видите, вот рисунок для глажки. Сейчас откроем и посмотрим, что она с собой представляет. Так, сколько здесь у нас написано, ширина 40 на 60. Брал самую большую, что была. Вот. Ну, как на меня, простое такое вот, как бы сказать, ну, видите, простая сеточка, обшита, так, нигде не порвато, размер довольно-таки здоровый, такие на размеры казалось, ну, я думаю, проверим, покажем. Возможно, работает она, не работает. Ну, вот такая вот у нас для глажки. Питальная вещь, чтобы не пригорала. Так, продолжим дальше. Последняя наша посылочка. Вот это откроем аккуратненько. Так, что у нас тут? Так, что-то здесь. Сканируйте QR-код. Thank you. Happy. И сканируйте скан QR-код, get a surprise, получишь сюрприз. Так, ага, пришел здесь у меня магнитный USB кабель, вот еще популярный, попросили меня заказать. Вот, вот сам там кабель такой вот, должен быть 2 метра по идее, да, 2 метра написано, 2-метровый, сейчас проверим, да, где-то 2 метра есть. Так, у нас вот такой вот тут специальный магнитный. О, не отрывается.
просто шикарно примагничивается. Фирме Фонкин. Просто шикарно примагничивается. Сейчас мы его проверим. Работоспособность. Тут шикарные сейчас такие вот зарядки магнитные. Вот, ставился отлично, не болтается. Оторвать нельзя. Хорошо держится, это очень большой плюс. То есть в данный момент рекомендовать можно. Сейчас мы ставим зарядочку и проверим. Что у нас там? Вот так вот засветилась зарядка. Что-то есть? Да, бежит зарядка. Не видно будет, вам видно, видите, где зарядка. Нормально такие, вот светится светодиод, что идет зарядка. Вот зарядка перестала, вот зарядка появилась. То есть очень таки уж шикарно, хорошо держится. Такая вот магнитная зарядка. Могу данную зарядку рекомендовать. Не очень, кстати, очень много отзывов. Все пишут шикарные, все пишут отличные. Вот такой вот кабель. Я думаю, что он, конечно, тканевый, но не тканевый. Он резиновый. Держится отлично, претензий нет, попадает сразу, видите, даже издалека. Даже издалека попадает, всяких претензий, без всяких проблем. Так, ну что ж, на этом будем заканчивать наше короткое видео. По ссылочке мне с AliExpress. Все вы видели, все работает отлично, без всяких проблем, претензий. Ссылочки на все фирмы Фонкин. Ссылочки на все товары в описании. Переходим, заказываем. Всем пока, до новых встреч. Подписываемся, лайки, колокольчик жмем. Всем пока. То есть штукенция работает. Идеально, без газет. Без газет. Все, всем пока.